Первую еженедельную планерку в этом году Андрей Иванов открыл федеральными новостями. 15 января в администрации прошла трансляция обращения президента России к Федеральному собранию. Присутствовали более 300 человек, весь управленческий аппарат округа. Владимир Владимирович Путин озвучил курс на ближайшие десятилетия. Хочу подчеркнуть, что послание президента для нас – это документ, на основании которого мы выстраиваем все свои программы и формируем свою ежедневную повестку, рабочую повестку. От федеральных новостей к местным. Традиционно повестку открыл вопрос работы системы «Добродел». В 2019 году наметилась положительная динамика. Сбавлять темпы руководства округа не намерено. По «Доброделу» для нас, конечно, важно с самого начала года взять хорошие темпы, сразу задать высокую планку и по качеству ответов, и по качеству решения проблем, с которыми обращаются жители. Также на совещании был рассмотрен вопрос проведения реформы системы здравоохранения округа. Сейчас Одинцовская областная больница проходит второй этап создания нового лечебного учреждения. Медицина в приоритете на федеральном уровне. И, конечно, в докладе прошу коснуться не только наших успехов и достижений, но и проблемных вопросов и тем, на которые жалуются пациенты и наши жители. Главный врач Одинцовской областной больницы доложил о проделанной работе и перспективах дальнейшего развития лечебного учреждения. По итогам совещания руководитель муниципалитета дал ряд поручений профильным заместителям. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».